Здравствуй, мой дорогой зритель. Сегодня расскажу, как изменить кратность зума, если вы установили Zoom X, так называемый четырехкратный прицел. Нажимаем правой кнопкой на пуске и выбираем проводник. Вот проводник у нас уже открыт. Выбираем диск C, ну или другой диск, на котором установлена папка с игрой. Папка Games, папка World of Tanks, папка ResMods. Папка 0.8.11 в моем случае. Если у вас в момент просмотра этого видео уже будет другая версия, значит открываем текущую, последнюю версию. 0.8.11 в моем случае. Папка GUI. И вот файлик Zoom X. Он отвечает за изменение, увеличение вашего прицела. Нажимаем на нем правую кнопку. Изменить. И вот кратности прицелов. Ставите такие, как вам нужно. Первый это, разумеется, тот, который будет выскакивать при нажатии кнопки Shift, а остальные прокруткой мышки будут изменяться. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Пока.